канун 1 сентября тверские учителя и воспитатели собрались на традиционной педагогической конференции. Тема форума в этом году – образование города Твери от государственных стратегий к муниципальной практике. Подробности далее. Ежегодно в конце августа директора школ и загородных лагерей, заведующие детскими садами собираются на большом педагогическом форуме, чтобы подвести итоги прошлого учебного года и обсудить предстоящие задачи. В конференции принял участие глава города Твери Алексей Огоньков. Нам есть чем гордиться. Наше городское образование держит высокую марку. Поэтому сегодня хочу просто вас всех поблагодарить за ваш самоотверженный труд. Сказать вам спасибо от всего города. Для педагогов участие в этом форуме – еще одна возможность обменяться опытом, обсудить развивающие программы и методики обучения. Мы строим новые планы, мы вдохновляемся на новые открытия. Сами учителя, педагоги вместе со своими детьми – это для нас старт. С основным докладом о положении в отрасли, ключевых задачах и перспективах развития выступила начальник управления образования Наталья Жуковская. Мы говорим о том, как мы справились с задачами прошлого года. Оцениваем результаты государственной итоговой аттестации, результаты предметных олимпиад. Поздравляем победителей, поздравляем лучших. И, конечно же, мы выделяем проблемы, которые нужно решить в следующем учебном году. По традиции на конференции приветствовали молодых педагогов, для которых предстоящий учебный год станет первым. В завершении форума глава города Твери Алексей Огоньков вручил педагогам почетные грамоты и благодарственные письма.